Какие-никакие, а новости есть. Приветствую. Приветствую всех, кто смотрит это видео. По клинкам новости уже далеко не новости. То есть все уже видели, знаете, что я тут изготовил. Сейчас по оправам. Занимаюсь вот теми самыми наборными оправами. Ну, как наборными? Ну, так. В общем, сейчас показать особо нечего. Вот так примерно они выглядят на данный момент. То есть тут граб, корейская береза стабилизированная. Вот так вот, допустим, вариант будет. Сейчас я покажу вам, просто они лежат так, чтобы их особо не трясти. То же самое граб и корейская береза стабилизированная красная. Опять же, я надеюсь, что у меня все получится. Если все пойдет по плану, а так, как говорится, не факт. Опять граб и... И потом название, скажу, не помню название, похоже на дуб, но не дуб это. Не дуб это совсем, как говорится. Так, я вам скажу, конечно, то еще занятие, то еще я себе нашел вот с этими заботами, ну, что, то есть это реально, сделать это реально, просто... муторно, как бы, вот это вот. Я сегодня весь день потратил вот до этого состояния, чтобы довести только. День ушел полностью. Это граб и рог натуральный в акриле, в таком, забыл, как он называется даже. Ну, вот, вот эта вот штука. Вот, там рог. Просто тут полированный видно, а тут не полированный. Вот тут такая вставочка. Фух, так. И неизвестная еще эта древесина, похожая на дуб. И зерикот в середине. Я еще подумал, может тут сделать пины мозаичные. Ну, как что-то пока... Не знаю, что и сказать, честно говорю. Как-то крепко не задумывался. Вот как-то так вот у меня на сегодня с заботами. В общем, посмотрим. Если получится, будет, мне кажется, здорово. Необычно, в первую очередь. Индивидуально, естественно, должно быть. Как бы вот как-то вот на это я все тут рассчитываю. Как бы все... Если у меня нет забот, я их нахожу. Я просто такой человек. То есть мне скучно, когда у меня нет, например, даже забот, делов каких-то там. Например, вот я бам на диван упал. И так бы проваляться полдня, день, да, бы. А я лежу минут пять и думаю, что же мне придумать такое, чем себя загрузить. Вот такой вот ненормальный человек. Как многие, наверное, подумали. Ну, кому что... как говорится. А я вот такой вот. И меня это устраивает. Дальше. Николаю Николаевичу оправу изготавливаю. Из стабилизированной, не помню какой древесины. Как-то мощно стабилизированной, но судя по обработке, реально мощно стабилизированная древесина. Прям сверх. Ее пила еле берет. То есть стабилизированная корейская береза вообще, как говорится, курит в сторонке. Странная обработка. То есть какими-то военными технологиями там пользовались люди. То есть в НИИ, по-моему, или нет, не помню. Пропитывали. Ну, в общем, как-то вот так. То есть все, заготовки пока еще. Это тот вот клиночек. Аккуратненько обратно верну. Вот к нему. Кстати, какой-то приторный слащавый запах вот этой обработки. Я еще так подумал, не ядовито ли? Хотя, скорее всего, да, корейская береза же стабилизируется тоже не природными материалами. И тут тоже явно. Хотя не знаю. Вот. Но главное, чтобы не миндалем.
Потому что говорят, санисты калий, миндалем пахнет, а тут нет, тут какой-то другой слащавый такой запах. Так что вот. Ну, вроде вот так вот поделился с вами тем, что я сегодня произвожу. Да, ко мне тут было обращение по поводу того, чтобы сделать вот такое приспособление. Но я вам не могу ничего, то есть подобного помочь, в общем, я вам не могу с этим делом, потому что у меня у самого сейчас нет токаря, тот токарь умер. Нового токаря пока не нашел. Мне, в принципе, тут еще был момент такой, предложили, не помню, по электронной почте, да, предложили токарные работы, выточить тут палец для бритв. В общем, короче говоря, у меня тут токарь один взялся, сделал палец, делал нехотя, но на удивление сделал точно. И сказал, что больше неохота ему браться, потому что там его заваливают какими-то работами, там постоянными, монотонными. Какие-то там трубки точит горами целыми, то есть ему не до меня. Вот, а мне еще ролик нужен. Поэтому вот я тут поснимал размеры с ролика. Буду смотреть, если что, ничего такого похожего уже готового не найду, скорее всего это так, то закажу ролик. Вот, ну это не важно, ладно. Да, по поводу скидок. То есть пока деньги есть. Я сегодня сдаю те 16 клиночков, которые я под заказ. У меня 5 деньги на кармане. Я их никуда, как обычно, не расходую. Опять же, держу для скидок. На данном моменте на сайте в разделе «Товар недели» висят две бритвы со скидками в 3,9 тысяч. Но как-то смотрю, то есть то ли уже те, кому было интересно, уже взяли, а другим не интересно, то ли что ли. Но у меня еще такая мысль, может быть, просто то, что там висит сейчас на данный момент с такими скидками приличными, то есть, может, именно эти варианты неинтересные, то предлагайте похожие, если вот увидите, допустим, бритву похожую по сумме, ну и в общем так, в общем, чем-то похожее, рядом с тем, что у меня прям вывешено там на сайте, то пишите, договоримся, вывешу то, что вам интересно со скидкой такой. Да и сегодня, может, еще там пару-тройку, четыре, или, может, бритву вывешу со скидками, чтобы какой-то выбор был. Потому что, может, вот именно эта бритва не интересует, а вот рядом, который интересует. Поэтому я не знаю, что вам нужно. И вот из-за этого говорю, что давайте разговаривать. Вот. Дело в том, что этот заказ пока что был последним. Они будут еще потом, но когда они будут, уже неизвестно. Поэтому на данный момент, такой момент на данный момент, как говорится, что можно делать вот такие скидки. Приличные прям скидки. Дальше уже не могу обещать, что смогу я сделать так. Там в 1000 это уже будет не та скидка. А если я там его скину вам 1000 рублей. А вот на данный момент именно кому интересно, так что урывайте. Пока есть возможность, я деньги держу для этого. Никуда их сейчас не вкладываю. Так что вот смотрите сами, если нужно. Давайте разговаривать, пишите, предлагайте, что вы хотели бы по скидке вот увидеть. И я сегодня, конечно же, вот там добавлю, то есть количество товар недели. Если там больше там интереса не будет, то я больше упираться в этот момент не буду, чтобы как бы не надоедать вам своими скидками. И буду уже деньги вкладывать что-то другое, допустим, там у меня в оборудовании постоянно что-то надо в инструмент, то и дело надо деньги вкладывать. Это постоянные траты. Вот. Ну и может куда-нибудь еще на что-нибудь. Я всегда найду на что извести. Вот как-то так. Вот, в общем, все. Поделился я новостями. Дамаск пока куется у меня плавно, не торопцом.
чтобы никаких ошибок не было. Углеродистые стали тоже в процессе ковки. Какие модельки дальше производить, вообще не знаю, честно говорю. Поэтому ничего пока по этому поводу не скажу. Сам не знаю. Вот и все новости на сегодня. Даже не знаю, как их будет назвать. Может, просто задумываться даже не буду. Там у меня есть видео с названием новости. Глупым названием новости. Вот будут новости 2. Пускай так. Ну, все, как бы. Спасибо за внимание. До свидания.